je te préviens. Экипаж после попадания по танку остался безоружным перед расчетами боевиков, которые собрались для уничтожения боевой машины. Как рассказали нам танкисты, они видели, как у одного из боевиков не сработал гранатомет РБР, и он начал менять гранату. Члены экипажа не боялись смерти, но уповали на Бога и на товарищей. На помощь обездвиженному танку выдвинулся другой экипаж. Счет пошел на секунды. Танк, идущий на помощь, должен сориентироваться на местности и выстрелить, а боевик сменить гранату и выстрелить. Кто успеет раньше нанести удар? Танкисты увидели, что боевик сменил гранату и изготовился к выстрелу. Рядом появился еще один гранатометчик. Экипаж начал торопить другой танк. На долю секунд боевик опередил танкистов и успел выстрелить, попав в лобовую броню. Расплата была молниеносной. Томительные секунды тишины в радиоэфире, и танкисты вышли на связь. Лобовая броня танка выдержала попадание ракеты РБР. Никто из членов экипажа не пострадал. Попытки боевиков что-либо предпринять расстреливаются. Танкисты уничтожают позиции террористов и разрушают коммуникации оборонного рубежа. В это же время на разминирование пути эвакуации выдвигаются саперы. Они направляются к месту разминирования, чтобы снять кумулятивную мину с дистанционным подрывом, которая заложена под дорогу. Боевики роют вот такие тоннели под полотном дороги и закладывают снизу самодельные кумулятивные мины весом в 30-40 кг. Благодаря действиям пехотинцев боевиков выбили отсюда, и они не успели подорвать мину при подходе танка. При очередной зачистке в Джобаре был обнаружен заминированный подкоп. Мы внезапно для боевиков оказались здесь, и они не успели привести в действие мину. أثناء القيام بمطارد الإرهابيين في منطقة جوبر تم إبلاغ فريق الهندسي على. При зачистке Джобара и преследовании боевиков мы получили сообщение, что есть заминированный подкоп. Расположена она была в подкопе, который был сделан из обычного дома и находилась под дорогой.
Это кумулятивные самодельные мины. Приводятся в действие дистанционно при подаче тока. Мы постоянно снимаем такие мины. Мощность ее 30-40 кг тротилового эквивалента. Подкоп они сделали только для подрыва техники. Также мы обнаружили здесь противогазы. Судя по всему, террористы хотели использовать здесь отравляющие вещества. Гранаты кустарного производства и комплектующие для изготовления мин дистанционного подрыва. На путях наступления саперы снимают такие мины десятками. Путь свободен, и поврежденный танк может быть отбуксирован. Подцепив танк, начинает буксировку. Еще два танка прикрывают эвакуацию, нанося удары по замальке, по позициям слева. Мы направляемся к месту, куда отбуксировали поврежденные машины. Здесь надо ускориться, так как эта сторона пока еще простреливается со стороны замальки. Затем эвакуируется и танк, стоящий как стационарная огневая точка. Все поврежденные танки вернулись в строй через два дня. Столько времени понадобилось механикам, чтобы отремонтировать боевые машины в полевых условиях.
Несмотря на ожесточенное сопротивление противника, подразделения сирийской арабской армии прорвали рубеж обороны боевиков, уничтожили по меньшей мере 3 расчета гранатометчиков-террористов и выполнили поставленную боевую задачу. Потерь в рядах сирийской арабской армии в этот день не было. Андрей Филатов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов, Василий Павлов, Марат Мусин, Анна Ньюс, Дамаск.